нужны. Здесь же можно выезжать, тут же нет никаких знаков, да? О, хорошо, быстро. Рассчиталась. Да вот надо войти. Я рада. Так, хорошо. Налево нельзя, прямо можно. Такой перекресток тогда-то. Смотри, какой-то перекресток у нас Исаковского. И до Нечаева. А это с улицы Герцена мы. Едем с улицы Герцена. Пересекаем Исаковского. И выезжаем, выезжаем. Ну, люди ж идут. Управляемся. Так, и на улице Барклая Дитолли. Она пошла туда. Вперед. Мы поедем сейчас по Докучаева. Потом на Коммунистическую, а потом на Советскую влево. И вперед. Есть песня. Тут все время ремонт, никогда не закончится. Прямо. Вечный ремонт. Вечный ремонт. Здесь какой-то фирма делает, у которой денег нет. Значит, ты думаешь, что черный лес мы можем купить и... Ой, ёлканый карась. Ну, придется вон там объехать как-то. Там, блин, перекрыли, не знаю, да? Да. Ну, да, должен быть выезд, наверное, какой-то. Да, выезда нету, Люда. Тогда надо... Там, я не знаю, налево есть ли там выезд. А сейчас посмотрим. Едут. Так, что ж тогда? Этот поехал сюда, сейчас посмотрим. Надо знаки поглядеть. Так, направо. Только направо. Угу. Значит, нам надо выезжать. Блин. Опять вниз? Наверное, да? Ехать. Давай. И по Волоку. Оно и лучше. Вниз и по Волоку. Сейчас мы выедем на Ленина. Это все еще Докучаева. Там перекрыто. Тоже ремонт.